Добрый день! Вас приветствует интернет-магазин Lekos. Сегодня мы рассмотрим механические часы с автоподзаводом Wiener Titanium. Часы изготовлены из нержавеющей стали, они довольно увесистые. Сталь здесь используется хорошего качества. Стираться она точно не будет. Справа на циферблате расположены две небольшие кнопки, это муляж. Они сделаны чисто для красоты. Часы средних размеров отлично подойдут на любое запястье. Стекло в часах минеральное, то есть оно стойкое к царапинам и затираниям. Часы базовой водонепроницаемости, что допускает случайное попадание воды, такое как мытье рук или дождь. Плавать в часах мы не рекомендуем. В часах присутствует отображение даты, можете видеть в окошечке справа, сейчас, секундочку, камера поймает, число 20, то есть сегодня установлено 20 число. Вот этот вот выше значение, это просто открытая работа вот этого механизма, который пока отображает дату, то есть оно прокручивается и там становится там дальше. Вот этот циферблат маленький тоже работает, он работает синхронно с секундной стрелочкой. Сейчас часы стоят, вот можно сейчас, чтобы вы убедились, что они с автоподзаводом, вот пошатать. И начинает работать стрелочка. Можете видеть, что... Сейчас, секунду. Стрелочка работает, и параллельно с ней маленькая небольшая стрелочка красная тоже работает. На больших стрелочках присутствует люминесцентное напыление, то есть ночью можете видеть время. Застежка в часах двойная, то есть первая вот так вот открывается, потом нажимаете здесь две кнопочки, открылась, открывается браслет. Стекло сзади прозрачное, видно работу механизма, а также маятник автоподзавода. И закрываем. По настройке часов. Для того, чтобы установить дату, нужно вытащить ручку завода не до упора, то есть ноготком аккуратно вытаскиваете и крутите вот против часовой стрелочки. Сейчас камера поймает, можете видеть, как меняется дата. Далее, для того, чтобы установить время, вытаскивайте ручку завода до конца, устанавливаете нужное вам время. Сейчас, так. И возвращаете ручку завода обратно. Для того, чтобы завести часы, нужно сделать 20-25 оборотов ручкой завода. Это вот таким вот образом. Раз, два, 3, 4, 5, 6 и так до 25. Часы довольно интересные. На руке будут смотреться очень стильно. Сейчас я вам продемонстрирую, как они будут выглядеть на запястье. Вот такие вот часики. Браслет, кстати, можно укорачивать, если он будет вам великоват. Можно просто убрать одно из звеньев. Интернет-магазин Lekos предоставляет гарантию 6 месяцев на данную модель часов. В комплекте с часами будет чек-гарантия. Всем спасибо за внимание. Будем рады вашим покупкам.